Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Сегодня начинаем снова с цветка, цветок почти уже расцвел. Я его несколько дней, по-моему, не снимала. Вчера, по-моему, забыла его заснять. Вот он уже вот так выглядит, зелененький уже. Уже почти, уже распустился почти, уже вот осталось чуть-чуть тут. Вот, и, соответственно, вот этот вот тоже вырос. Видимо, он тоже скоро начнет распускаться. Ну, еще распускаться не знаю. Но, наверное, расти пока что будет еще. Вот. Я думала почему-то, что сначала вот этот вырастет полностью, а потом уже будет этот. А они, видишь, тоже. И тот, и этот. А, я еще вчера его полила, вот он вырос. Вчера его хорошенько полила. Такой вот красивый. Вот эти вот, правда, я не знаю, растут они или нет. Наверное, растут, в принципе. Потому что такие, кстати, растения я видела большие, прям гигантские такие, там почти вот так вот до конца почти вот это вот подоконник, не подоконник, а окна. Когда их пересаживаешь, там большой-большой, еще больше горшок. Вот, у нас сегодня среда, у нас сегодня делают отопление, должны дать скоро. Уже видела слесарей, как они там шли. Вот, думаю, скоро дадут. У нас по-прежнему также зима. Все зима, зима, снега толком нету. Ой, ждем снег. Никак. Кто тут в кроватке лежит? Кто здесь кушает? Здесь маленький Дима кушает. Да? Тепленькие, одет тепло. Вот ждем, сейчас дадут тепло. Может быть, я его хоть раздену. Но тут тоже как пиня ходит. Ему тоже неудобно все это. Некомфортно. То там спать ложился почти что в одной майке и в памперсах. А тут теперь одетый. А здесь починит. Да, как вкусно. Какая вкуснятина, скажи. Да? Вкуснотея. Вкуснотея. Да. Ой, как вкусно, расскажи. Расскажи, как вкусно, да? Да, молочко пьет Дима. Молочко. Да? Дима пьет молоко. Да? Вот, я вот до половины не стала надевать эти штанишки. Они застегиваются тут на пупочках. Таня. Да. Да. Вкусное молоко. Вкусное. Все. Напился. Ух ты. Осталось половина. Все? Не хочешь? Давай. Еще. Вот, молодец. Да. А это мне предлагал, да? Я не пью молоко. Я уже большая девочка. Ой. Я уже большая девочка же, Дим. Я уже все, не пью его. Это ты малыш у меня. Смешно, да? Мам, скажи, да ты же ребенок еще сама. Да? Да. Не хочешь все? А что лежишь тогда? Вставай. Мальчик лохматый еще пока. Не хочешь. Все, напился, да? Напился. Да. Ну что? Теперь пойдет мама кушать. А ты будешь кувыркаться тут, да? Так, собралась я готовить супчик с утра. Вот у меня уже две картошки, морковку я уже почистила, да, почистила, порезала уже, вот тут у меня лежит. И курочка, куриные голени.
Еще хочу добавить огурчики соленые. Надо их кушать. Вот. Сейчас буду чистить картошечку. Делать я буду супчик в мультиварке, как обычно. Для меня это самый легкий, простой способ, чтобы где-то не следить за ним. Короче, все туда я побросала. Курочку, картошку, морковку. Вот, поставила программу суп 40 минут. Лавровый листочек еще положила. Вот, и малосольные огурчики я, наверное, добавлю в последний момент. Вот. Я его еще пока не трогала. Туда добавляется в мультиварку все вместе, и все вместе варится. Вот. Такие малосольные огурчики. Попозже его добавлю. Да. А то он у меня вообще там растворится, от него нафиг ничего не останется. Вот. А, уехали. Уже, наверное, батарею сделали. Сейчас вместе с вами пойдем посмотрим. Далее отопление. Хотя комната, конечно, детская, еще должна, наверное, прогреться. Потому что все-таки у нас не было там с пятницы. Пятницу днем отключили, то есть субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среда. 5 дней не было отопления. И сейчас начнется опять жара. Ой, хорошо. Хотя что-то там еще делают, вроде бы, я слышу. Огурчик разрезал, он ядреный, прям такой ядреный. Такой вкусный. А банка вообще там запах вот тут нюхаешь. Так обалденно пахнет. Кстати, помидорки мы вместе с вами засаливали. Тоже получились очень вкусные. Я уже пока муж на работе, я уже 2 банки слопала. Правда, постепенно. Они вообще просто безумно вкусные. Оторваться невозможно. Оторвался только потому, что они холодные. Я холодные не ем. Вот, огурчик, блин, жалко, что через камеру еще пока что нельзя передать запах. И прям очень вкусно пахнет, ароматный такой. Вот. Так он прям просолился хорошо. Надеюсь, в будущем, в каком-нибудь 2020-м появятся камеры, которые могут передавать запах. Было бы очень интересно. Смотри, Дима, какие у нас есть игрушки, Дима! Ты любишь барабанить? Давай, помоги маме, помоги. Вставай тут. Там соседи на заднем фоне мешают. Играть нам на инструментах, да? Да ты, юный барабанщик. Yeah.
помогаешь. Тебе надо стульчик, да? Давай, к маме садись, к маме на ножку вот так. Вот, смотри, как удобно было. Давай играть будем. Давай. Ой, как нравится. Давай, играй свою музыку. Давай, дай мне. На. Дима, иди сюда. Иди сюда. Давай, бери за петельку, за эту. Помоги маме. Перенеси памперс. Помоги, давай. Ой, он упал, Дима. Он упал. Он упал, смотри. Перенеси, давай его. Помоги маме. Дима. Ну, он не для этого тут упал, чтобы на него вставать. Он тебе что, стульчик? Ну вот, получился у него такой супчик. Очень красивый. Я еще потом добавила туда помидорку. Вот, еще чуть-чуть поварила, потом огурчик еще чуть-чуть снова поварила, и все. Мясо, правда, курица немножко развалилось. Там прям зачерпываешь половником, и одни... Курицы попадаются, одни ножки, ножки, ножки. Смотрите, такой красивый, такой красочный он. Блин, у меня прям аппетит. Сейчас я поем. Дима как раз на балконе еще пока гуляет, пока спит там. Я ему уже тоже отложила курочку. И буду его сегодня кормить супчиком. Хватит есть уже одни и те же каши. Уже надо начинать такое что-то есть. О, засняла. Наконец-то как-то. Говорит, ничок тебе, когда мешает, ты его убираешь ручечкой. Да? Ты маленький. Да как он присосался. Что, суп был не сытный совсем? Супчик совсем не был сытным, да?